Херрифорде есть монумент, на котором высекаются имена павших. Мы храним память о подвигах, когда лица уже стираются из наших воспоминаний. Память остается, даже когда у нас отнимают все остальное. Что случилось? Он убил Соупа. Он погиб, Мак. Что тебе нужно, сынок? Место. Русский сказал, что Макаров хранит оружие в замке в горах около Праги. Более точных данных у него нет. Ему можно верить? Разве у меня есть выбор? У него есть причина желать Макарову смерти. Место знакомо вам? Да. Во времена Захаева мы отправляли беспилотники в район этого замка. Но наши цели никогда там не были замечены. Что там меня ждет? Это настоящая крепость. Один вход, один выход. Если ты только не умеешь летать. Офис охраны на дальней стороне территории. Командный центр к северу от него. Оба тщательно охраняются. Если Макаров там, он будет в центре управления. Что это вы мне отправили? Список снаряжения. Довольно внушительный список, Джон. Что вы собираетесь делать? То, чему вы меня научили. Убить всех. Пошли.
снаружи центра управления установлены камеры. С обеих сторон. Здесь и здесь. Нам нужно просто постучать в дверь. Базу с остальным миром. Прийти на обоих.
скорее умру, чем скажу шифры запуска ядерного оружия. Макаров! Ясно. Вот с чем приходится иметь дело, братья. Упрямый старик, который не успел измениться вместе с миром. Товарищ командир, вы тоже изменитесь. Спускайся. Выясни, что происходит. Алексей, данные разведки подтвердились? Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе. Надо идти. Да что у вас творится? Служба безопасности вообще ответила? Забирайте своих и начинайте осмотр местности. Вниз! Немедленно! Стадии, полиция!